Я думаю, что за херня, блядь. Так, что там громко пиздец орёт. Наверное, вот так оставим. Ладно, проверь, что там все заработало, не? Что там? Две писюльки вышло. Так, кибер завелся, Good Game тоже. Да, все, мы зашибили работу. Ну, погнали, короче, все. Это мы уже видели не раз. Крутануть. Так. Не, по-моему, уже с новым танком можно катать. Я не помню, тридцатка была. Бля, вот по какому хуя меня жопой разворачивают, блядь? Ибо чё, три, блядь, этих ворот? Блядь, иди нахуй, блядь. Сука ебучая, блядь. Забил сразу. Один еще, блядь. Мне чё, блядь, мне уже не нравится эта арена ебучая. Блядь, отвали ты, а! А! Сука! Блядь, вот ты, сука, настырный, пиздец. Я чё за хуйню взял? Оп, ты, блядь, они ещё и двигаются. Где ты, блядь? Пидор, блядь, ушастый! Блядь, надо было с разными подходить. Жопа какая-то полная. Сейчас опять забьет. О, я удачненько. А! Бля. Да иди ты в жопу, задал. Сука. Так, ну, тормоза, тормоза, бля, есть. Ебать, блядь, летаю вообще, жопа. Отвали уже, заколебал, бля. О, бля. Вышиб из пердака. Сейчас же столько арены вообще. Тихо. Да ёп! Где он, блин? А, вон. Твоём. Ну, что-то вообще-то тихо этот работает, чат. Он громче делает. Здорово, Шредер. О, хеллоу. Блядь, опять забил. Или это надо тише делать? Ты... Да ё-моё, блядь. Нафиг они три, блядь, ворот сделали, еще и движутся они все. На. Есть, блядь. Не. Ну, блядь. Ой, сейчас мы его шатаем, походу. Угу. О, промахнулся. Не... А, нет, забил, пожалуйста.
Есть, выше. Идем. Это задолбал, блядь, дай... Тут... Закинуть попробовать раз. Maybe later play this game. I know, I have this game on hard drive. Так, надо поэтому громче сделать. Сейчас, погоди секунду. Oh, I have heard, I'm already, it's done game. Так, что ли, надо сделать? О, удачненько. Я не очень. Ё-моё, блин, это шустер. Снова джаб. Maybe I have, maybe not, I don't remember. Socket kit I have it on hard drive. I have that adapter memo. I can play one second. Да, алло. Здрасте. Кого? Татьгами, власть преты коол. Ламы сонь. Оу, и северу не до инг. Ху. Блин. Ой, ёп. Дай сюда. А куда еще делись? Было ж три. Заклебал уже молодец. Одно осталось очко. Блин, еще одно надо зафигачить. Что такое? А, этот. Вентилятор. Блин, I'll show you later what I have. Today I think I will stream around 4 hours. Game is when I done this game, I won't try a bit on Super CD, next Super CD-ROM Star Parody. Бля. Что за читерство? Твою мать.
No. Давай, взял плечо. Ё-моё, сейчас просру нафиг. Где? Да какого хрена, блин? Вообще жопа какая-то, не уровень. Да ё-моё, вот ему, блядь, везёт офигенно на забитие. Мне уже нихера. Иди сюда. Твою мать. Три мяча просрал. Бля. Они еще исчезают. Тогда понимаю, почему я в тот раз ни хрена не попал. Блин. Идем. Ну, блин, еще может быть и затащим. Хотя вероятность небольшая. Да, блин, только взял. Шо отсюда? Блин, я что-то тупанул, съехал не туда. Есть. Блин, вообще битва тут за мяч идет. Такая прям не детская. Не попал. Да ё-моё! Ё. Сюда. Есть. I did it. А, быстрей. Ну, сейчас уже зараспаунится. Так, что там у нас? По очкам одинаково, еще минутка есть. Блин, он сейчас... Идем. Блин, промахнулся вниз. Ладно, понял. Да.
Ли. Есть. О! Сейчас, короче, ему не дать, нужно забить еще, а я выиграю. Да все, ништяк. Ну, секундочка. It was close. Congratulations. You have defeated Bond. Так, это нужно еще, по-моему, два раза его надо сосейвиться. Game options. Save. Блин, next game. Please wait while the arena is being constructed. Надеюсь, пока. Ни хрена, блин, быстро это был бы. Ну, на этой арене, по-моему, играл еще. Да, блин. А, да. Да ё-моё, даже не дали выстрелить вообще. Нет! Жизни, 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 жизни. Ох, нифига он там устроился. Я его даже не заметил, за воротами стоит. Да вообще напряг. Что он как-то поворачивается, что ли, медленнее предыдущий бег. Как-то лучше, по-моему, вращаться. Блин, фиг вышибишь из него мяч. Да ё-моё. Блин, зря это сделал. Тварь, блин, забил. Блин. Ты... Да ё-мой, блин, сучка. Что-то он слишком жирный для жердей, быстрый слишком. Блин. Да ёб твою мать, почему я не взялся нихера мяч? Пиздец какой-то, блядь. Говно танк надо было тут оставлять, просто прокачать старый. Блять, он был танк какой-то, блядь, не хер пойми, вроде быстрый, на то же время. Поворачивайся медленно вообще. Блять, вообще жесть. Сколько мне нужно? В 7 шуб долбить.
Блин, из него ни хрен выбьешь, он мне по мне один раз шмачканет, еще у меня вылетает на раз. Я ему уже, блядь, сколько, блядь, этих... Бля... Блядь, опять он! Неужели, блядь? Да ебаный рот, блядь. Неужели? Бля, 4-8, офигеть, просто офигеть. У какого хрена, блин, он меня отодвигает? Иди сюда, ублюдок. О, сам из себя как-то вышел. А, я опять тут же взял. Еще и забил. Охуенно. Че ты до меня докопался, ублюдок? А где меч? На, блядь. Дерьмо, не арена, блядь. С этим танком говёным, блядь, неповоротливым. Да, блядь. Он едет куда угодно, только никуда нужно. А где эти меня-то? Где он есть-то? А, вот. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. Это твою мать. Да, блядь. По-моему, уже начинает читерство Electronic Arts работать. Да ёбаный рот, бери ты его, блин! Просрал, короче, этот матч. Два мяча, блин. Офигеть. Ну, еще забили. Блин, четко попадает. Я не удивлен.
Да ёб, блядь. Как все у него четко, а? Все легко, блядь. Непринужденно, блядь. Тут пыхтишь, блядь. Где эти ссаные ворота, блядь? Да ёб твою мать, блядь! Сдохнет он уже. Еба! Иди сюда! А, уже пасёт, падла. Ёпту, как он забил, блядь, если он сдох уже! Пиздец, просто пиздец. Нахуй, блядь. Что там говорил? Шоквейв. Не, нет. I haven't a shockwave. Heart I have and чувак. Нейродэнсер. No, I haven't. Свалил. Блять, чё чушь попробовать, не знаю, попыхтеть. Это жопа какая-то. А чё я туплю, блин, надо было выходить, перезагружаться, может получше будут выпадать эти арены. Только время потерял. 32-я, да, не помню, как она была. Я помню, что играл на них. Ага, хренушки. Та же самая, блин. Замечательная самая арена. О, ну, блин, чисто повезло. Это, блин, удача 100%. Он, блин, с одной ракеты вынес. С одной, блин. Я ж по нему мачкую, блин. Ему пофигу вообще. Я не знаю, может, он какой-то там апгрейд, блядь, поставил. Выносит на раз. Во, надо же вынес. На тебе, сука, в пердак. Блин, не, он выносит вообще жопа. На
Где он, блин? Блин. Вообще не напрягано. Вообще, блин. Попрыгну, блядь, разок. Чпонь, беги за ним, блин. В принципе, прокатывает его страта. Так. Ну, пока неплохо идем. Еще 2 минуты. Ворот, блин, непонятно. Бывает, прям по нему в центр стреляешь, не попадаешь, это прям в краешек залетело. Ну, отсюда петушара. Вообще что-то было не делировал. Что там щелкает? Чего, она задлится, что ли там? Ах ты! Перехватил до объема. Так мне нравится забивать. Развернулся спокойно. Ух ты. Ха-ха-ха. Ну все, можно стоять вообще не сбит. Ух ты, бля. Ах ты! Блин, вот он быстро. Щит! Блин, да что ж ты, а? Как бы дать. Как бы толшмальный. Правда. Блин, он лучше. Да, теперь вообще ничто не мешает. Удачно пальнул. Да блин! Бьется! Такое ощущение, что, блин, как этот, блин, в пинг-понге, блин, шарик. Отлетает быстрее, чем поворачивается. Блин.
Да ёпта. Начинает меня тоже раздражать. Блять, только взял, блять. Где он? Подлетел в говно, блядь. Блин, вот это летает вообще. Да. Где он? А, я. Есть, блин, опять повезло. Чё, в этом заходе прям фортунит вообще. Только взял. Да? А. Блин! Request. No, I don't have it, but sometimes I made a stream only request with watchers. Ну, блин. Ха, что, не курит, что ли? А, это... Да сколько тебя надо садить, чтобы вышибить этот долбанный мяч? Где ты есть? Блин, все равно забил. Ты сдохнешь, что ли, там, блин, добить тебя. Умаялся бы с ним. А, music request, no. Maybe later I made music request. Game request, I don't know. I don't know how to say it. The watchers chose the best, the very, very bad games. Иди сюда. А, понятно. Минута 27. Ну, в принципе, не должен настрогать.
блин. Че-то вот гейм, you won't watch on my stream. А, он уже выиграл, я уже качусь на всех парах. О-о-о, замешкался. Congratulations! You have defeated Bob. You have won the series! О, I made it. Побитый им. Рэппульска. Кьюбо. Окей. Кубо. Please wait while the arena is being constructed. Не играл. Это чуть-чуть, блин, не вапора такой. Ага. Ай. Ушибается полегче. А! Нет, есть, нет? Кто есть? Блин. Мы заполнить можем easily. Than before. О, забил. Блин, сам в него пальнул. Ха-ха.
стороны. Нет, не успею освободить. Ладно. Это что было сейчас, я не пойму. Я на Б нажал, я С не жал, нифига. Блять! Твою мать! Ебать, пиздец, по-моему, просираю. Да, блядь, не попал. Да, блядь, иди сюда. Да какого хуя не попадает, блядь? Ровно посередине был, блядь, это долбанное очко. Чё, под прямым углом, что ли, надо все время попадать? Да ты ебись ты уже, блядь. Еба. Где это там, ублюдок? На. Неужели, блядь? Хвала, блядь, яйцам не знаю каким, блядь. Иди нахер отсюда, крутится, стоит. На последней секунде вдолбил, блядь.
сейчас зашел, блин. Вообще не понимаю. Кто попадает, то нет. Кто попадает, то не, блин. Гадина, блин. Ах ты забил, да, а? Такого расстояния. Думал, не попадет. На, блядь, две ракеты в пердак. Вот тебе вырубить нахрен. Спокойно забить. Так, что у нас там? ХПшка херова. Как он попал, блядь? Вот как он попал уже за этим, блядь. Стоял. За колонну. Это были продолги. Ой, блин, не люблю вот этот танк уже, что-то прям бесит аж. Это он везучий, что ли, я не помню, прям он в него прям вкатывается сам, блядь, мяч этот несчастный. Наверное, забил. Блядь ты. Дай развернуться, мразь! Мы их были секунды, жизнь не заканчивается. Бля, недолго это было. О, 14-14. Ну ладно, нормально. Я в жопу ускорения схватил. Вот, понимаю. Да, немножко кривовато мне футбок говорят. Быстро меня вынес. Бля, уже час прошел. Так, сейвится, сейвится, сейвится по-любому. Ой, жопа мне, колено, блин, еще вращается, еще и ездит.
Лучше. Блин, затянул. Все быстрее. Ну, балабок тихо разработка. Фу, нифига, запрыгнул. Я все не успел забить. Чё-то я накручиваю громкость один хрен. Тихо она как-то. Надо еще, наверное, подкрутить. Так, что ли, поставить? Не знаю, что изменилось в настройках. Вроде бы у меня с этим проблемы всегда со звуком. Чаще всего с микрофоном. Он то орёт, блин, то тихо и нереально, хотя USB-шный, блин, ничего там не перекручиваешь, в один и тот же порт втыкаешь. Не знаю, что как херня может быть. Там, блин, там. Да, вообще не попал. Забил, бля. Кабака, пика. Вылечь. Клок. Чё за клок наебал? Блин, тут как он так быстро забивает? Не взял. Это везение стопроцентное. Да. Этих ракет такое ускорение в жопу прилетает.
Бывают прыжки от одного края арены до другого долететь нужно. Вот две ракеты в него вошло и не выбило ни хера. Как надо все включить? Ёб твою мать, ты выплюнь, как он. Никуда, блядь. Блядь, она что, от меня, что ли, едет, я не пойму. Что там здесь? Бля. Перебил. Блядь. А! Четко прям поймал. Где он? Вот он. За меня. И выбил. Что-то иногда он так тупливает. Иногда прям забивает вообще на раз. Не задумываюсь. Да, ё. Красиво получилось. И завалил, блин, и забил. Кривые хитпоинты, или как это назвать. Это последний, да? Один раз его победил, по-моему. Сейчас будет по нему просто попалить. Тормози ты уже. Мали. Да ёб твою. Ты зараза, чуть-чуть бил. Ты не попал бы. А, не взял. Так, надо. Быстро. Что там, еще полтора минуты? Блин, попал вообще. Невелика потеря. 14 мячей. Даже если я буду херню страдать весь матч оставшийся. Не должен прыгнуть.
ну. Приставлю. Ну, дурака, вижу, блин. Блин, неплохо получилось. Чего? Congratulations. You have defeated Kubo. Нет, только первый раз. Please wait. The arena is filling with people. Опять это 32-я, сука. Блять, они испытывают что ли мое терпение. Это жопа же, они, а не арена, блин. Если ты там такая куча, почему другую нельзя было потом? Пусти. О, сейчас да. Уже полный будет. Прям на этот бордюр, блин, как это назвать, препятствие. Заскочил. Есть. Не, он уже сам, блин. Юба тормозной, тут тот, блядь, вообще агрессивный, блин, сука. Ну, жопа вообще полная. Меч-то, блядь! Я, блядь, запомнил. Не успел. 4-2.
неплохо идем. Надо очень неплохо. И все же мы начнем заявить. Да. 80% фокуса на фонтан. Тихо. Тихо, 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 тихо. Так. Давай. Так, а что, нельзя уже начать? 10-2. Ну вообще прям почти прям как сборная России играет в клубе. Блин. Да е. Блять, везучий хрен. Захватил. А где этот мяч? Не сдохни ты уже. Маяча перед глазами. Апдейт только был. Да ёп ты тут. О! Ну это я конечно конкретно в ребро ворот закину. Убитый. Я не промахнулся.
16-6. Ну, плохо. Надеюсь, последний заход. Блин. И сколько интересно здесь вообще этих противников? Надо было сколько еще надо потеть? А, идет. Погоди. Погоди, надо. Ты куда покатился? Да как? Он же вроде развернулся, не? Ракеты прямо перед мордом. Нифига, блядь, со мной ракеты едут. Да. Ну, все равно надо было пальнуть, чтобы лучше улететь в этот мяч. Хрена, блин. Блядь, куда я... По-любому бы забил. Блин, какой-то напряженный матч был. Надеюсь, последний. Чё, еще один, что ли? Да ё-моё. А, ну да, вот этот последний. 4,7 надо затащить. Please wait. The arena is filling with people. Блин, крутил-крутил эти цвета долбаные, все равно какие-то белесые. Как будто контраст накручен до жопы. Хотя черный нормальный.
Ох, нифига такого еще не было. Ничего. Да и арену там такой еще не играл. Ух, нифига накидал. Где? Не, ух ты. Да ю... Блин. Ну я тебе сейчас, блин. Тут что-нибудь ушатает. Ну, сука, откатись. Блин. Ай. Вовремя. Еще б секунда, еще. Даже не смеешь. Так, где меч? Ни хрена ты быстрый, блядь. Так, это тут можно влюбить. Ну да, можно влюбить. А если интересно, можно максимально там, я знаю, что 5 ракет на самом деле. Ё-моё, как ты так быстро вниз объехал? О, а, я понял, что это. Летушки. Что это? Ну, не залетит. А ты что, магнит я взял? Нифига себе, я подпрыгнул, блин. Не стоит сюда, иди сюда. Блин. Ёпта. Заколотил. Как он меня так, блядь, накидал? Ладно, сойдет. Что ты передо мной крутишься? За ничем не езжай. Ну, не вряд ли это все не попал для себя. Да что ты будешь делать? Тихомики.
ты забил. Иди. О, забил. Эй, блин. Ты умри ты, блядь, лазер там сейчас. Чпотник. Не шанс. Блядь, выбил. Сучонок, блядь. Здорово, пух, уже не смешно, блядь. Я тебе отвечал на этот вопрос. Бэтлспорт не придумал машину. Что это за игра? Да ю... Она на Соньке есть, но на Соньке вообще как хлам, блин. Я запустил, посмотрел. Управление там хреново сделали. Не придумал намного даже. Как бы казалось, блин. Аналогичные кнопки есть, все там. Ни хрена не удобно посадить. Блин, опять с одной ракеты. Ну как он из меня вышибает с одной ракеты, блин? Этот мяч долбанный. Или рандом тут. Может, в зависимости, куда залетит эта ссаная ракета. Я и смотрю, игра идет чистая, без игрока. Блять, не попал. С один такой ветер, теплый вид. Че? Сейчас попозже почитаю, не слышно. Я что-то колонки слишком тихо сделал, балабок вообще ни хера не слышно. А сколько там еще времени-то осталось? 20 секунд, е-мое. А, это впереди. А, нет, нет, последний. Еще один. А, ладно, жопа. Да, ну она, в принципе, нормально оптимизирована. Этот уровень там малюсенький, в принципе-то. Забил. Поэтому она не тормозит. На Соньке она и подавно, если, блин, на этом какого, на 3D. 3D-шутаны и там пует и так далее. Тормозят жестоко, на Соньке они летают. Да, последний еще период. Ох, блядь, шутка. Ну, хотя бы да, я сам с ней Америки этой вышел. Конечно, тут 60 FPS вряд ли будет, если только уткнуться, блин, в стенку. Ну, в среднем где-то около 30-ки есть. В принципе, это достаточно нормально. Блин. Прям как будто сквозь ракеты пролетел. Блин, а разрыв-то не очень-то большой. Нужен проиграть. Да ты умри, ты, бля, чувак. Сдохни уже. Только взял, блин, уже отлетело. Ей, забил. Блин, ну там, извини меня, там уровни, не знаю, там что там. А, сифон. Эх, если имеешь в виду сифон фильтр, там уровень здоровый, не знаю, я хотел не играл нахера. Ну вот Twisted Metal, да. Там, блин, во-первых, машин тьма тьмущая. Все стреляют, все летает, все взрывается, блин. Там, блин, понятное дело, будет тормозить. Там уже железо не вывозит. Я бы на 3D вообще бы я все бы увидел, там, наверное, да, 5 кадров максимум было бы. Хотя если оптимизируют нормально, то может быть там кадр 15 выйдет, там предложка старенькая. Ну это не точно.
А тут чего думаю? По 6 ракет максимум в одном на экране может существовать. Хотя с ней проапгрейд, может и больше нужно взрыв этих устроить. Не, ну все равно. Неплохо. Динамичная игрушка. Ну, правда, тут нет критики. Оппоненты прям нереально потные. Предыдущий был вообще жопа какой-то, блядь, агрессивный, вообще летает так, что, блядь, хрен бывает успеваешь что сообразить, что произошло. Тут более-менее еще какой-то, не знаю, может, не корабль или танк. Более медленный. Куда я там попадаю, блядь? Где-то с левой стороны вообще в какое-то, блядь, препятствие попадало ракетами. О, блин. Блин, да? Давай, давай, давай. Блин, а что вот это делает? А, чуть-чуть вправее надо было. Перекрутил камеру. Что-то смотрю на игру и вспоминаю, что-то похожее было у меня в детстве на Panasonic Vita. Да это популярная игра, я дофига был дисков с этим Battle Sport'ом. Конечно, я мало кого знал, кого было 3DO, но... Вот моего другана она точно была, потом я еще своих родственников брал 3DO. А, у них и не было. И еще у одного пацана этот Gold Star был. Я ему предлагал, типа, взять Battle Sport'а у меня, он, типа, говорит, есть. Так что, в принципе... Да и вон потом уже позже на Авито, когда выкладывали диски бушные на 3DO. Частенько в этом Battle Sport был. Да чё? О, еще одна, зараза. Ариана, блин. А, кстати, вот на Соньке вот эти персонажи так не двигаются ни хрена. Там просто статичная картинка. Только не 32-я, только не 32-я. О, 36-я. По-моему, еще такой не было. Да, не было. А что-то на каком-то старом танке катает. Он был уже давно доступен. Нет. То, что вращается, очко, блин, это хреново. Тяжело попасть будет. Здорово, ну что там затащил это? God of War. Как только она вышла, а свою прибыль он продал мне почти даром. Ну ты мне рассказывал, у тебя там, блин, вообще шикардосный был этот комплект, куча дисков. Сейчас бы такой комплектик, блин, 1010 будет, наверное, стоить. Особенно диски. Некоторые диски, сейчас я видел, продаются по 200, по 300 рублей на барахолках редкие. На 3DO. Затащил. Затащил, ништяк. Чё, сколько там еще тебе там до платины надо пройти? Раз пять? Ух ты, блин! Не, что-то она ступка какая-то, блин. Ага, как не знаю, но можно заморочиться с платиной. Да ты заморочишься, блядь, я больше чем уверен. Я не знаю, блядь, что подвигает на тебя такие мучения, блядь. Такое было от этого комплекта. Когда увидел игры на ПС, один уже не тянуло, как то играть в этот Дэн. Нифига, блядь. Я когда... я даже, по-моему, в первую... Или нет, не помню, на чем раньше поиграл, на 3DO, либо на Panasonic.
Ой, на Sonic или на 3DO. Но мне из тех игр, которые я запускал на NES и на 3DO... Фу, блядь! На Sonic и на 3DO. Мне больше нравилось на этом, на 3DO график. Если да, то где пинуать игры под нее нашел или конвертировал из NTSC в фальт? Да, он, по-моему, кроме Кастельвании не играл. Ничего нового. У меня тоже, кстати, вишка лежит, ей надо заняться. Блин. Это был бин какой-нибудь намутить. Да, по-моему, там пофигу, там главное, чтобы все вады стояли от последних игр, которые требуют для запуска, и этот мультирегионный ставишь, по-моему, если будет работать. Насколько я знаю, конечно, могу ошибаться. О, это бутылки, да. Да ё-моё. Да как он из меня успел выбить, блядь, еще и отмутить? Блядь, какая-то шалава вообще. Упоротая. Особенно, когда увидел Resident Evil на PS1 на снимке по ТК, а мне приходилось играть в Alone in Dark. Не знаю. Панасоник на меня это больше впечатление произвел. Блин. Интересно, внутри каши это можно было, мне кажется, по-моему. Мне на три там нравились видео. У меня все они были. А если с пистолетом, то это вообще тема. American Laser Games, по-моему, все игры почти делали. В формате нашел Liberty серию и помню, 4 было запускал. Два раза подряд, блядь, в жопу влетел ему. Мечом. Образ левый, потом кривой. Ну и короче, спросят, блин, качал. Хочу их оттуда. Может, заработаю их. Ушатал. Чё за нафиг? А, это падла, блин, взяла эту клюшку. Что не видно было. На радаре что происходит. Знаешь, что самое главное, что есть на 3DO на Панасе? Ой, на Соньке нет этого стар-контрола второго. Хватит меня месить, блин. Да опять такая же. Ёб твою!
сука. Ну этот какой, Game Changer замути, попробуй, как вы, на вишке, маркер. И по идее запускается уже только в главном меню, но у меня не запускается. И по гуглит я узнал, что это скорее всего региональная проблема. Поменяй регион на консоли на NTSC на время, да и все, что-то порешите. Поменяется там в этой секунде. Я так этот японскую вишку один раз переделал в американку. Там прям классно так сделано, софтина. Ставишь, главное к интернету, чтобы подключение было. Она все там файлики, какие нужно закачивать через интернет. Обновляется все, и все меню становится на английском вместо японского. Ну, американка, грубо говоря, становится. Можно, конечно, без этого там просто поменять. Регион Changer, по-моему, называется, это Homebrew. Не, не успел. Это было произведено. Потом я продал Panasonic Vida и хотел купить себе PS1 в магазине, увидел странные консоли, она стоила дешевле, чем PS1. Называлась она Sega Dreamcast. Вот я ее и купил, и моему счастью это было предел. ППЦ 7 часов стримил и не нажал на запись в ОБС. Dreamcast, блин, тоже хороший очень консоль. Если бы не пиратство, блин. Мне кажется, бы она бы неплохо так поконкурировала, даже бы со второй Sony. Блин, прям в него закинул ничего. Тихо. Ваши подчеркивания дурака, в чем проблема? Скачай запись стрима с Твича, если не знал. Не знаю, я этот маркер запускал и на паловской консоли все нормально менялось, я на PC переводил. Только я вот не знаю, сам сигнал меняется после этого или нет, или все-таки это только программа софтово работает. И вот я говорю, на японке меня NTSC-J на NTSC-U полностью, прям вообще полностью. Со всеми iOS-ами, все, короче, как у меня будет. Так с завода становится американцем. Ну что, бывает, нихера. С этого, с какого, запись стянешь с Твича. Жаль, забила. Сатала. Там просто а не чистый и режим, некоторые круги могут выкнуть консоль. Блин, ну что кто-то говорит, но меня не слышно. Да? Я не знаю, что могут выкнуть. Блять, ослепила тварь. Ну и сколько это будет продолжаться? Блять, два меча уже засандалилось, сука. Где она херню нашла? Ну
поменяться. Я и Нефрида, а он мне сел в Сатурн. Но суть в том, что у нас в городе Нефрида продавались диски в магазине, а на сервис Сатурн он диски заказывал из какого-то журнала торговца. Да, у нас с Сатурном тоже были проблемы. Я знаю, что она продавалась, я один раз ее видел. Но потом, как магазинчик тут закрылся, больше ее нигде. Ни дисков, ни самой консоли вообще ни разу не видел. На 3DO-ху еще были в различных магазах. Можно было найти и купить. Но уже было проблематично довольно. Чтобы еще и Сатурн. Вообще с ним проблема была. Так, пойду я басусь, наверное. Собак, ваши подчеркивания, дурак. В редакторе на Твиче есть пункт загрузить. Собака, маркер 90, я не любитель качать с Твиче, потому что качество может быть порезано. А во-вторых, если на стриме разрывы были, то записей будет несколько. Собака, маркер 90, АВО, надо будет поискать. Разве, по-моему, Twitch не перекодирует? Он исходник сохраняет. Режет? Качество режет не Twitch, а кодек X264/H264. Он уже морально не вывозит один в одном картинку PS3, а уж тем более PS4. Надо еще подумать, чем говорить и делать. Sega допустила ошибку, так как Sega Saturn не очень была популярна, а Sega Dreamcast была популярна. Надо было все для Dreamcast делать обратную совместимость с Sega и Saturn. Да это было бы проблематично, там же Windows CE используется, там, если только на платформе эмулятора делать обратную совместимость с Сатурна. И то, мне кажется, там проблематично это было бы все, с такими вилами работало бы. Опять же, наверное, не все игры работали и так далее. Не надо было Sega 32X делать, тогда бы и Сатурн всем зашел. Там много чего не надо было им делать. Они столько бабла просрали вообще, понимаешь? Блин. Мне больше не могли повесить этот долбанный ворот, что я меня как называют. До этого их очком называл. Ах ты, блядь, прям четко врыло. Не надо было им никто делать. Тогда бы точно с оттуда зашел. Ты Сатурн, в принципе, неплохо зашел, блин, продажи там неплохие были. Как и с этого Dreamcast тоже неплохие были продажи. Просто тупо закончились деньги у Sega. Если бы у них еще финансы бы оставались, бы они бы играми поддерживали приставку. Продажи бы держали бы тоже. О, забил, ништяк. Нептун, блин, Нептун, это почти никто в глаза не видел. Блин. Я только на этом, как в Гугле видел картинку и все. Мы если уходили с
с 16 бит на 32, то надо было уходить основательно с новой игровой системы, а не с костылями для Genesis'а. Да вот они, блядь, сразу, видимо, ленились, блядь, разрабатывать полностью новую консоль с нуля. Они все эти доны, блядь, начали клепать. Пока не надо было это все делать. Но бабки на Нептун были потрачены. Создать концепт в консоли тоже не дешевое удовольствие. Надо было после сразу Сеги, после удачного вот этого момента, сразу начинать разработку был 32-битной консоли там на этом, на компактах, блядь. Блядь, забил. И тогда было бы вообще у них все в шоколаде. Блядь. О. Sega CD Info умудрился выжать последний. Блядь, где мечта? 16 бит, добавив при этом полноценную музыку. Это далеко не самое плохое решение. Блин. Блядь, забилась, сука. Блядь, опять. Выжимать, грубо говоря, те же самые 16-битные игры, только с CD-музыкой. Блин, где он есть? Опять же Invisible взяла, блин, тварь. Надо было после Mega Drive сразу им делать Sega Saturn. Ну я же говорю, сразу надо было за разработку садиться за 32-битные консоли. Не надо было этих тупых аддонов, наклепали, блядь. Они же еще дороже, блядь, там столько стоили, блядь, как две там консоли обычные. Понимаю, там, блин, хотелось удивить. Видео, full motion, блядь. Да и тварь. Мик CD влезала больше данных, чем пар. Поэтому в Sonic CD запихнули три версии одного уровня в разном времени, на кариках такое невозможно. Так, кстати, новость слышали. Это как это то же самое, что сейчас нынешний там Game of the Year, блядь. Какая хрен разница? Все фанаты, блин, там с первого Соника и, блядь, картриджи покупали, у них они и так были, блин. Смысл покупать новую консоль, чтобы поиграть в те же самых Соника, блин, с музыкой от CD. О, поехали скакать. Какую новость? Да что-то отлетает, а? Под этим углом. Сега, посмотрев на Nintendo, нес винил, снес винил, решила выпустить Mega Drive Mini Dreamcast Mini. Ну, это будет интересно. Ладно, Sega. А вот Dreamcast что-нибудь туда напихаю. Shenmue, наверное, напихаю. Ну, на CD как раз немного старых игр с новой музыкой. Тот же червяк Jim SD реально хороший. Есть выход.
Ну и Sega Mini, блин, офигенно, я думаю, зайдет. Где он есть-то? Опять что ли Invisible взял? Бля. Терминатор на Sega CD вообще лучше. Ну, если сравнивать только из терминаторов, то да. Ах, сам подпрыгнул, в лоб получил, блин. Собака дура, подчеркивание, Готтери. Помяни, я бы взял 1000 за 5-6. Иди сюда. Неделю назад был в крупном магазине Nvidia и на прилавке увидел снес меню. Взял в руки и посмотрел, ее и цена была 1500 рублей. Ну, взял бы чего-то полторашка-то. Собака Амруа видел спидерман. Нет, не видел. Кингпин на Sega CD. Там мини-мультфильмы для каждого события нарисовали. Не, не видел. Да у меня мало вообще дисков я записывал. У меня Sonic R, Sonic CD, Червяк и Мартяшник первый. Все. Больше я ничего не записывал на Sega CD. А чё, что тебе мешает залить почти весь ромсет? С этим, как он там, хакчи, что ли, называется, или как? Софтина этого. Кластера совместно каким-то там еще типом. Блин. Они же ломанули, блин, быстро. NES Mini. В общем, на Sega CD при всей ее провальности есть немало годных игр. Блин, подкинул. А, вот я понимаю. Когда живой карточку в руки берешь, там кайф консоль, там все дела. Это как чайная церемония, блин. Ну что, это леталка, что ли, блядь, не попал? Он что, застрял, что ли? Где? Как здесь? Всегда. А взять новоделок ни угами, ни вариант. Не, New Game это не то. Там New Game такое качество вообще. А у друга была супер Nintendo, и я к нему после школы бегал играть. Было фильм. Я Super Nintendo на своем Sega меня. Поиграться. Помню, там у него был этот Mario Paint с мышкой. Прикольно. Там музычку можно было писать. Из встроенных игр плюс можно как лучше вставать. Ну или как вариант можешь этот Мегатрон или как он, Ретрон купить. И китайский картридж не купи. Многоигровок. Конечно, со SNES-ом проблематично многоигровки будут. Блять, опять не Invisible взял. Я вот не понимаю, этот Юкионик, у него же, по-моему, Ретрон как раз и есть. Нафиг он этот мини покупал.
То же самое. Блять, ты как будто знает, когда я подпрыгну. Был реалистом, я сразу понимал, что Сегу я себе точно позволю. Ой, Супер Нинтендо позволить не смогу. Когда увидел стоимость картриджей, сразу вопрос сам собой отпал. Ну, у тех пацанов, с которыми я менялся на Сегу, у них дофига было картриджей, они могли позволить себе. Вернее, родители могли позволить купить им достаточно картриджей. День добрый. Just say that five more times and you'll be playing. Нормально меня закинуло. У меня 42 картриджа было плюс одни в прокатах и с друзьями. А я вот ни хрена не помню, сколько у меня было картриджа. Надо это нарыть старые фотографии детские. Блять, не попал. Там есть у меня где-то фотка, где лежат все картриджи кучей. Попробую пересчитать. Прям, блин, самому интересно. Так, где он есть-то? Блин, успел заколотить. Блин! Давай! Ну, твали ты! Блять, опять вышел. Гейк считал, потому что хотел со временем открыть игровой зал, увы, их время прошло. О, промахнулся, нихрена себе трёп. Я только взял. Сука. Да, не есть. Да. Блять, опять не выспал тоже. Да ёп. Где этот замор? Бля. Бля, полигоны начинают пропадать, подкидывают. Нифига, он сквозь стеночку проезжает. Бля, сзади. Где мяч? А, он опять взял. Подняли. Ну, у меня где-то около 30 точно было картриджей. Потому что я довольно-таки часто их покупал. Особенно после летика. Блин, отвали ты. Блин! Я в детстве насчитал в игровом зале 90 картриджей для Сеги и 50 дисков для PS. Одного и искренне думал, что если я накоплю столько же, смогу открыть свой игровой зал. Нам нужны консоли не менее 3 штук. Ну хотя бы 2, это прям вообще самое начало. Блин, вот долбит. Отвали туда от меня. Дай стрельнуть. Что-то она какая-то вообще жестокая стала, блин. Ариану, да, блин. Только прицелился. Я помню, один из картриджей покупал, вот он, в
игровом зале. Мартяшник второй будет как раз. По нормальной цене, когда не было. Примерно в два раза дешевле, чем в магазине. Думаю, может, что состояние херовое, нифига, нормально. Домой приехал, все нормально. Запустилось, ничего там. Не глючило потом, не тупило. Опять она. Ой, твою мать, 1-0-1, я еще и просираю. Уу, 1-1. Вот так. Это уже второй период. Ты задрал уже, сдохнешь ты. Бля. Твою мать забила, сука. Блять, в нее вылетело. Счет 4, по-моему, уже, АИ. Бля, да как это? Зашибись, бля. Вид твой, мы уже 3 мяча захерачиваем. Сейчас такой прессинг будет, по-моему, да. Ты, сука, ты... Все, походу, просрал. Блять, и забило. Пиздец, просто пиздец. Жопу надо, короче, перезагружаться. Я так никогда, блядь, не просирал, блядь, столько. Блин.
Блин, вот как она четко, а? Капитан, квазар на триду у тебя есть? Да. Не знаю, он мне чересчур сложным показался. Блять, еще и скинула инвизибл, блять, на. Блять, пиздец, короче. Нахуй. Да, есть у меня квазар. У меня почти весь ромсет уместился на 80 гигов. Медведи. Мультиплатформой. Ну, там, короче, я те игры закидывал, которые мне интересны, которые, ну, так скажем, эксклюзивы, хотя их там немного. Еще два раза надо выиграть. Сейчас опять та же самая говёная будет, блин. А хотя нет, другая вроде. Там было этих плюшек поболее, чем жизни и... Да, другая арена. Бля, вот как он... Да ёб твою мать, блядь, как он отлетает от него в два раза подряд, блядь. Сука, сдохни ты, блядь. Помню это, блядь. Ну, получше, в принципе. Где она, блядь? Там, по-моему, на 120 гигов нужно, прям, чтобы все залезло. Забьет. Почему у меня жопа все время к ней, блядь, ставит? Ну, мяч, блядь, где? Блядь. Не успел его выбить, блядь, уже поймать. Да, блядь! Неужели?
Бля, опять не инвизибл, сука, а не. Даже не заметил, как сделал нечего. Блять, она уже заколотила его. Ты умрешь, ты. Так, где он? Да. Хрен, 2-3. Не ладно. Забило. Блять, вот как? Вот как, блять, он отлетает так, что прямо обратно. Неужели, блядь? Выцарапал, блядь, прям мяч. Сука! Пиздец. Не, ну последний трайд, я уже не могу, блин, нервов не хватает на это говно. Я думал, тут, блин, поменьше этих долбанных оппонентов будет. Уже, по-моему, десяток, блядь, выиграл. Блять, у меня отлетает нахуй, хуй знает куда. Ты иди нахуй. Да ёб твою мать, блять. Танк, блять, в разы лучше, чем ее говно. Какого хуя, блять? Она выбивает меня вообще на раз. Сдохни, сука. Где говно летающее? Только, блядь, разрыв уменьшил, пиздец, началось опять. Бля, ну пиздец. Забилось, сука. Что там, 3-7 уже? Неужели повезло? Блять, я думал, она у меня, нахуй. Думаю, чё он, сука, блядь, целит не в меня. Да ебать, блядь, почему её, блядь, сука. Несправедливость, блядь, короче. Её, блядь, портируют, блядь, ко мне в жопу, блядь. Меня хуй знает куда, блядь, еще пердаком к ней, блядь, пока развернусь, блядь.
Там же захерачило, блядь. Ебать, вообще нахуй, идите его нахуй заново, все нахуй. А нахуй заебало, блядь.